наши уральские. На турбах позагорай. Все это. Это вот наш. Мы их видели. И лапы. Наш бат. Мы всех видели. Мы порадовались. Чернокос. Второй рот. В очках он наш контрактник. Сзади двое. Один в очках, второй правее. Угу. Тахмазли. Петра. И эти тоже, смотри, как что творят. Всех отсюда нарядили. Да. У нас еще этот, моряки вон идут. Тоже наш. И моряки, вот они. Ничего себе. Мы третий раз смотрим. Мы сначала на центральной улице, как они шли, посмотрели. Угу. Потом, когда они возвращались, мы уже к машине пошли, и вот уже третий. Все уже расслабились. Уже вольнулись. Уже вольная команда. Мимо штаба строим обычно. Рядовой Крылова. Надо отвечать я. Присягу приняла. И есть индейку в кляре. Почему? Младший сержант. Вот. Приказ номер 105. Нет. Все законно, не просто так повесил. Спасибо, Никитирова. Тоже 20 лет. 29, у меня повестку.
Завтра или прислали. Через год такой стал. Куда они пошли? Возможно, заявка на поздний бит. Привет. Че? Я на видео снимаю. Да. Я приготовилась. Замерла. Как баба Надя. Всех покатит. Катя, Кирилл и Батурин. Без буквы И. Вот этот мужик, чайник. Самый большой здесь. Практически такой огромный чайник. Не